Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта! Мы рады приветствовать вас в Воронежской области в спортивном комплексе «Белый колодец». Сегодня здесь пройдет заключительный этап этого года – чемпионат России в классе автомобилей D1 и D1A. Также заключительный этап первенства России в классе автомобилей D2 Junior и Кубок Белого колодца в классе автомобилей D2N. Д2 на старте. Первым стоит Кропачев Павел, номер 99, гонщик из Курска. Рядом с ним Шабанов Николай, номер 11. Филимонов Алексей на второй линии стартует в решетке красный автомобиль. Его мы видим. И Ушаков Никита с Славяном Ргишки. Последние машины уже стартовали. И практически сразу мы видим, что вырывается со своего второго ряда на первое. Уже даже на первое место выезжает Филимонов Алексей. И 99 номер Кропачев Павел преследует его достаточно плотно. Сейчас мы видели небольшой контакт между Алаяном Ргишти и Ушаковым Никитой, по-моему. Да, 23 номер. И что ж, разъезд в Джокер. Смотрим, кто разъезжается. Ну, в общем, не стал Шабанов преследовать Филимонова, простите, номер 13. Буквально в бампер он ему упирался. Ну и, соответственно, решил сейчас не тратить время на борьбу. Поехал в Джокер. И таким образом вперед у нас вырвались 88 номер Алаяна Ргишти и 13 номер Филимонов Алексей. Видели мы сейчас некое подобие атаки, но на самом деле, конечно, это не вполне серьезно. Алаяна Ргишти вряд ли будет атаковать сейчас Филимонова Алексея. Не потому, что они довольно плотно общаются в жизни, но просто потому, что разный уровень у гонщиков. Филимонов Алексей уже 6-й год ездит, несмотря на то, что с переменным успехом, но, тем не менее, накат у него, конечно, большой, несмотря на то, что сейчас он на административной работе и вообще в этот сезон выехал первый раз. Является он директором этого спорткомплекса, ну и, соответственно, весь сезон не ездил, как я уже говорил. Так, ну и вот тут у нас завязывается уже некая интрига. 23 номер, Шаков Никита и Шабанов Николай, номер 11. Вот мы сейчас видим, по-моему, между ними все-таки завязалась какая-то борьба. Сейчас вот некое обострение такое этой борьбы по внутренней траектории. Ушаков Никита обходит Шабанова. И сейчас посмотрим, что будет на разгонной прямой. Резво-резво он отрывается вперед. Похоже, двигатель намного мощнее у него. Так, ну тут первые двойки у нас все по-прежнему, ничего не меняется. Ну и атака все-таки есть. Контратака, точнее, наверное, нас ждет. Сейчас вот здесь на языке будет что-то происходить. Это уже второй круг у нас. И не так долго осталось гонщикам разбираться. Алаян резко отстает, кстати, мы видим. Что-то наверняка с машиной у него случилось. Ну и продолжается атака. Шабанов Николай пытается все-таки отвоевать свою позицию. Сейчас он едет практически, да не практически, он последним сейчас едет. И будет пытаться вырваться вперед. Напомню, что три автомобиля были уже в Джокере, а Алаян Ргишти вот сейчас он уезжает в Джокер. И посмотрим, на каком же месте он окажется, поскольку очень недалеко от него были преследователи. Так, ну, 99 номер, Кропачев Павел наверняка его обгонит, да, мы это видим. Ох, как интересно, он оказался вообще сейчас на последней позиции. То есть, несмотря на вот эту борьбу 11 номер Николая Шабанова Николая и Ушакова Никиты, несмотря на это, не хватило 88 номеру Алаяна Ргишти времени для того, чтобы оказаться сейчас хотя бы на третьей, ну, в общем, на призовой какой-то позиции. Но, похоже, он даже здесь атакует, пытается атаковать сейчас, поскольку... Как я уже часто говорю, что если машины вступают в борьбу, то теряют они время относительно тех машин, которые едут в одиночку, и никто им не мешает. Но, тем не менее, пока Алаян Ргишти на последней позиции, ошибается, мы видим, сейчас он заехал на поребрик, тоже потерял время. И 23 номер Шаков Никита отрывается вперед от 11-го. И, в общем, можно сказать, что гонка-то и заканчивается, поскольку два круга только осталось. Кропачев Павел, напомню, едет сейчас вторым. Мы видим, очень далеко ото всех оторвался Филимон. И нет, наверное, ни у кого шансов обойти его в то время, когда он будет заезжать в Джокер. Все мы прекрасно помним, как в прошлый, позапрошлый, ну и все сезоны, когда ездил Филимонов ранее, показывал он уши нам, причем без всякой борьбы, просто на ровном месте переворачивал автомобиль. Бывало и такое, но сейчас, конечно, уже вряд ли мы это увидим, поскольку далеко он оторвался, волноваться ему нечего. Ну и, в общем, рисковать тоже нет никакого смысла. Кропачев Павел, гонщик из Курска, опять же, напомню. Кстати, он сотрудник ГИБДД. Ну и, в общем, сейчас едет на второй позиции. Очень большая дистанция до Филимонова. Нет никаких шансов, что Алексей сейчас, уехав в Джокер, выйдет на какой-то другой позиции. Тем не менее, конечно же, посмотрим. Борьба между 11 номером Шабановым Николаем и Ушаковым Никитой. 23 номер. Так, видим, Филимонов уезжает в Джокер. Пытается юзом он въехать в поворот по какой-то необыкновенной траектории. Но сейчас ему практически все простительно. Ох-ох-ох, ничего и не все. Вовсе Кропачев буквально на бампере у него...
оказывается после выезда и Джокера, и буквально чуть-чуть совсем времени хватает Филимонову для того, чтобы оказаться, остаться на своей первой позиции. Вот так вот, казалось бы, большая дистанция была. И атакует 99-й номер. Карпачев Павел Филимонова. Остается совсем мало времени до финиша. И эти атаки могут быть заключительными. Опять Юзом еще раз пытается Филимонов заходить в повороты. Нормально у него это получается. Может быть, это не самое выгодное прохождение, но, тем не менее, остается он на первой позиции. Что ж, это первое место. Вторым приезжает Карпачев. 23-й номер Ушаков Никита на третьем месте, на четвертом 11-й номер Шабанов Николай, и пятым едет Алоян Аргишти номер 88. Мечтал хотя бы один раз в год выехать на домашней трассе, чтобы поучаствовать. В тесте всего года я там занимался судейством, был руководителем гонки, но этот раз выбрал время, чтобы проехать, и убедился, что еще как бы мастерство я не потерял. Было, конечно, сложно выиграть, но у меня получилось. И что характерно, какой-то знак, что в последнем повороте за 30 метров до финиша у меня лопнуло колесо, и я финишировал на трех колесах, можно сказать. Д1А на старте, чемпионат России, 14 номер, мы видим, Брагин Дмитрий стоит первый, рядом с ним 24 номер Куприянов Эдуард, Дудин Виталий и Кузьмин Владислав. Вторая линия стартовой решетки, и на последнем Никанов Расулич, Гудинов Тимур, гонщики из Казани. Так, машины уже стартанули, попозже чуть-чуть расскажу, как кто оказался здесь на этих позициях. И сейчас будет первый поворот, в общем, многое определяет он обычно в таких подобных заездах. Видели мы контакт сейчас, 89 номер и Кузьмин номер 13 не поделили траекторию. Ну и таким образом оторвался вперед Шабудинов Тимур, он, кстати, пришел туда из финала Б. Так, сейчас посмотрим, только Кузьмин, да, ушел в Джокер, все остальные поехали по обычной трассе, по привычной, и ждут зрители сейчас, как будет расстановка машин. Ну и, в общем, все уже мы сейчас увидим. Итак, Брагин Дмитрий, Куприянов Эдуард идут первыми, так же, как и стояли на стартовой решетке. Атакует немного их Дудин Виталий. Пытается прорваться он на вторую позицию Неханов и Шахбудинов. За ними Кузьмин сейчас едет последним, поскольку был в Джокере. Выезжают автомобили, но еще не выезжают. Но вот сейчас этот поворот, выезжают на стартовую прямую. И 89-й номер Шахбудинов Тимур вырывается вперед, обгоняет он Дудина Виталия и таким образом оказывается уже на третьей позиции. Хочу сказать, что Шахбудинов оказался здесь из полуфинала Б, поскольку достаточно плохо откатал квалификацию, ну и, как мы видим, прорывается сейчас активно вперед. Очень мощная машина, опытный гонщик. В Джокер, кстати, ушел сейчас второй номер Дудин Виталий. И Кузьмин, интересно, обгонит ли он его, пока же смотрим. Нет, не смог его обогнать. Кузьмин также остается на своей позиции. А пока идет атака. 14 номер Брагин Дмитрий и Куприянов не могут поделить никак сейчас первую позицию. Но не меняются. Перестановок пока нету никаких. Можно сказать по итогам второго круга, что машины не растянулись по трассе. Идут довольно плотно. Двое были в Джокере. Это второй номер Дудин и Кузьмин, 13 номер. Вот мы их сейчас видим на экранах. Они были в Джокере. Ну и, соответственно, едут сейчас последними. Кузьмин, по-моему, пытается атаковать Дудина. Но нет, вот она атака, 24 номер как раз Куприянов сейчас атакует 14 номера Брагина Дмитрия, но Брагин вот так вот решил поступить. Не знаю уж, кто тут виноват, не успел, конечно, разглядеть. Так, в Джокер, смотрим, никто не уехал. Позиции, конечно, поменялись. Кузьмин выруливает в миллиметре от 24 номера Куприянова Эдуарда. И Куприянов же продолжает гонку. Не окончательно сломался его автомобиль, смог он его завести и продолжить гонку. Итак, по расстановке сил сейчас 89-й номер, это Шахбудинов Тимур едет первым, за ним сразу Миниханов Расуль едет,
Брагин Дмитрий едет за ними, ну и как-то вот сейчас мы видим, что замедляется ход его автомобиля, обгоняет его уже второй номер тольяттинец и 13-й номер, да, вот так через отбойничек, через шины проходит его тоже, да, баллоны пробиты у Дмитрия Брагина, ну и, соответственно, непонятно, будет ли он сейчас продолжать гонку, включено на дворнике, это наверняка помогает, ну и смотрим все-таки продолжение этой гонки, разбиты, много автомобилей разбито в этом заезде, но, тем не менее, продолжают все они ехать по трассе. Так, Кузьмин, да, он уже был в Джокере, естественно, сейчас он туда не уехал. 14-й номер на спущенных шинах едет на предпоследней позиции, потому что виновник этой аварии, наверное, 24-й номер, Куприянов Эдуард, едет вслед за ним. Конечно, на самом деле непонятно, кто из них там был виноват. По-моему, оба они немного неправильно поступили. Но, тем не менее, 89-й номер, Шакбулинов Тимур, сейчас мы его видели, он достаточно на большом отрыве идет сейчас на первой позиции. Дудин Виталий, номер 2, за ним 46-й номер Минниханов Расуль и Кузьмин Владислав на 4-й позиции продолжает эту гонку. Видим мы клетчатую плаку, говорит о том, что на заключительный круг выехали гонщики, и вот тут вот сошлись две битые машины, очень сильно битые. 24-й номер Куприянов Эдуард все-таки вырвался вперед Брагина Дмитрия, смог он его обойти. У Брагина Дмитрия сейчас мы хорошо уже видим, что пробиты действительно оба передних баллона, но тем не менее на заключительный круг он поехал, ему еще, кстати, в Джокер заезжать. Так, ну и там атака, там Дудин атакует Шагабудинова, мы это видим, сейчас вот они выезжают на язык, и неудачно немножко зашел Брагин в поворот, поэтому отпустил вперед Шагабудинова, ну и посмотрим, последние метры, как всегда, самые интересные, что же здесь будет. На третьей позиции, кстати, едет Минниханов Расуль, а Кузьмин отстал, он на четвертой позиции, итак, финиш, да, 89-й номер первый, Брагин второй, и Минниханов Расуль, номер 46, третье место, Кузьмин Владислав доезжает до финиша на четвертой позиции в самом начале этой гонки, вот именно в этом месте тут произошел контакт, в силу которого, наверное, все так и получилось. 24-й номер тоже заканчивает эту гонку, ну и наверняка там где-то еще едет Брагин Дмитрий, 14-й номер, на спущенных баллонах он наверняка все-таки закончит эту гонку. Д2 юниор на старте и первым стоит 42-й номер Птицын Валерий, а рядом с ним 48-й номер Рязанов Алексей, Староверов Вячеслав на второй линии стартовой решетки и на последний Журавлев Данил и Курбатов Антон, номер 22 и 24. Нещадно дымит машина Птицына Валерия, но тем не менее стартует хорошо. 48-й номер Рязанов Алексей обгоняет его практически сразу и прорывается 22-й номер. Мы видим Журавлев Данил на красном автомобиле. Нет, показалось, что он прорывается. Так он на последней позиции едет, в общем-то. Смотрим теперь, будут ли здесь атаки. Ну, сразу можно сказать, что ребята едут действительно очень аккуратно. Смотрите, ни одного контакта даже в самом первом повороте, когда, казалось бы, ну, сейчас вообще ушел от атаки. 42-й номер, Птицын Валерий, уехал Джокер вместе с Журавлевым Данилой, номером 22. И расстановка у нас сейчас Рязанов Алексей, Староверов Вячеслав, ну, соответственно, Птицын Валерий, Курбатов и Журавлев Данила. Так, в общем, машины и, наверное, сейчас растянутся по трассе. У них не настолько мощные автомобили, наверное, как были два предыдущих. И тем более уж как будет последующий заезд D1. Тут вообще самый мощный королевский. Ну, а здесь, ребята, мы видим, едут по самому центру трассы. То есть не запариваются по поводу траектории, где как удобнее проехать и быстрее. В общем, как будто бы даже не торопясь ребята едут. Первый по-прежнему 48-й номер, как будто у него очень новенькая машинка, прям кузов даже как будто и первый раз он едет. Впрочем, 22-й номер Журавлев Данила тоже может похвастаться хорошей машиной. В подтверждение моих слов мы сейчас видим, что, точнее, в подтверждение моих слов мы видим сейчас, что выбирают вот ребята траектории. Вот 42-й номер, как-то смешно стреляет у него машина выхлопом. Отсечка происходит в какой-то момент, хотя нет, это, наверное, что-то другое, быть может, поврежден просто глушитель.
Но, тем не менее, машины продолжают свой путь, серьезно они растянулись уже, можно сказать, сейчас. И не было, кстати, финала «Б» в этом дивизионе, поскольку немного автомобилей, всего 7 приехали на заключительный этап, первенство России, напомню это. И таких уже гонщиков, которые в таком количестве, точнее гонщиков, как это было раньше, сегодня почему-то здесь не представлено. На самом деле очень много гонщиков уже ушли в другие дивизионы, в D2L, например, сегодня мы видели Ушакова, Никиту Масленникова, Андреева, Алешина Вячеслава, эти все гонщики из бывшего D2 Junior. Сейчас, уже сегодня мы их видели в D2N, многие просто не приехали, в Ластагарду, в Воронежской гонщице тоже здесь, в общем, уже не ездят почему-то. Но будем надеяться, что все, конечно, как-нибудь образуется и когда-нибудь она опять окажется на трассе. Так, пока вот мы настойчиво видим 42-й номер. А, кстати, Джокер сейчас ушел, 24-й номер, это Курбатов Антон. И опять, наверное, изменилась сейчас ситуация на трассе. Значит, у нас 48-й номер сейчас едет первым, от Рязанов Алексей, по-прежнему, ну, судя по дистанции, так оно и будет продолжаться. Тем не менее, 63-й номер, Староверов Вячеслав за ним, потом 24-й номер, Курбатов Антон, и 22-й, Журавлев Данила, на красном автомобильчике, мы его помним, он завершает сейчас пилотон. Выезжают на стартовую прямую, круг-то у нас уже, в общем-то, только четвертый круг, всего 6 кругов, так же, как и все остальные, будут, простите, 5 кругов, конечно же, будет у этих гонщиков, так же, как и у всех остальных. И сейчас еще 2 круга остается гонщикам, поэтому будем ждать, быть может, действительно что-то произойдет, хотя вероятность, что это произойдет, растянулись очень автомобили. По-прежнему 42-й номер также стреляет и очень удачно наехал на дорогу, колбасит его машину немного, говоря простецким языком. Видимо, как его носят из стороны в сторону, от одного края трассы к другому. Наверное, не только с глушителем там что-то не так в его автомобиле. Хотя, вроде как, аварии сегодня у него не было. И вчера был день квалификационных заездов, там тоже он не попадал ни в какие серьезные передряги, так вот, чтобы с его машиной что-то произошло. Что ж, по всей трассе уже машины. Конечно, никто не отстает на круг, как это было раньше, когда трасса была не в таком количестве большом покрыта плотным покрытием, асфальтом. Раньше бывало и действительно такое. Кстати, заключительный круг уже сейчас гонщики выезжают. Увидели мы, наконец, желтый круг с черными полосами в перекрестии. И первая тройка уже тоже, наверное, уверенно определилась, потому что четвертая машина там вообще уже не видим, она будет очень далеко. Но, повторюсь, нет отстающих на круг, как это было ранее, когда были большие такие грязевые участки, где машина могла застрять там буквально минут на 5, и потом выбраться оттуда и продолжить гонку. Тогда и были ситуации, когда круговых приходилось обгонять лидером, и это тоже, в общем, добавляло какой-то остроты в соревнования. И сейчас этого нет. Так, смотрим еще раз, будет ли кто-то заезжать в Джокер, а уже и некому на самом деле туда заезжать, потому что все уже там побывали, и даже 48-й номер тоже там был, который сейчас неумолимо приближается к финишу. Итак, по-моему, пора уже говорить о том, что да, победил 48-й номер. Это Рязанов Алексей, он занимает первое место. Птицын Валерий, номер 42, второе место занимает. Сыроверов Вячеслав, Курбатов Антон и Журавлев Никита заканчивают тоже эту гонку. Соответственно, Ильинский Аркадий, не принявшись участие в финальном заезде, все равно занимает 6-е место. Самый быстрый дивизион D1, и на старте только 4 машины из 8 заявленных, 4 добрались до финала А. 12-й номер Квашнин Сергей, сейчас мы его видели, рядом с ним, точнее, на первой позиции стоит Кузьмин Владислав, далее Котел и Елисеева Татьяна на канареечно-желтом автомобиле, мы ее видим сзади, она стоит сейчас. Ну и все, в общем, готово к старту. Напомню, что дивизион самый быстрый, здесь будет действительно показаны высокие скорости, хотя небольшая конкуренция пока образовалась на старте.
Ну и, в общем, наверное, гонки сейчас все увидим, как оно будет все происходить. Ждем табличку 5 секунд, чтобы стартовали автомобили. Кузьмин номер 13 на последний пол. Так, поехали. Ох, 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 как 12 номер. Пропуск Квашнин Сергей пропускает этот старт. Что-то с его автомобилем там, с программой старта не вышло у него. Хотя также держится он на второй позиции. Проигран старт Кузьмину, но тем не менее, в общем, держится вот сейчас. И здесь мы уже видим по сравнению с так уехал сейчас Джокер, желтенькая машинка, это 116 номер, Елисеева Татьяна, но остальные по-прежнему на трассе. И, в общем, отрываются пока вперед, мы видим это. Хочу сказать то, что наглядно сейчас видно, как машины выбирают траекторию, потому что здесь действительно каждый сантиметр очень важен. Ну и к тому же машины тяжелые, быстрые, мощные, поэтому здесь, конечно же, нужно выдерживать те правильные углы, те правильные повороты, которые должны быть для того, чтобы приехать первым здесь, ну и вообще удержаться на трассе. Так, очень далеко куда-то делась там Елисеева Татьяна, ну, наверняка она сейчас едет, уже достигнулись, кстати, и первые три автомобиля. Намечается, быть может, какая-то еще атака между Кузьминым, то есть какая-то борьба между Кузьминым и Кузьминым. Ну, посмотрим, как это все будет выглядеть. Теперь напомню, что Кузьмин Владислав, гонщик из Воронежа, Квашнин Сергей, кстати, мастер спорта международного класса, Квашнин Сергей, он из Москвы. Вернемся к Кузьмину, надо сказать, что он по-прежнему без разряда, хотя, конечно, если исходить из количества его побед, то он уже давно тоже мастер спорта. Котелло Борис, номер 32, который сейчас едет на третьей позиции, но заслуженный мастер спорта из Тольятти. В общем, очень давно он ездит и очень удачно у него раньше получалось. Ну и сейчас вот мы видим, сейчас он едет на третьей только позиции. 32 номер у него. Кузьмин изъезжает сейчас на шикану. Все точно, все выверено. Иногда немножечко на трех колесах он проезжает, не на двух, причем как это любил делать раньше Перемонов, а вот так на трех. Елисеева еще на трассе, точнее не еще, конечно, Елисеева на трассе, просто вот долго мы ее не видели, похоже, ехала она немного сзади. Ну и совсем уже растянулись автомобили, едут они так же, как и все, сегодня, 5 кругов. И на язык уже выезжает Кузьмин, по-прежнему он первый, также по-прежнему за ним едет Квашнин Сергей, ну и Котелло едет третьим. Сейчас они уже подъезжают к финишу, точнее не финишный круг, это далеко не финишный круг, ну в общем выезжают они на финишную прямую, скажем так. Легко они преодолели все участки грунта, легкого грунта. Кстати, надо сказать, что внесены небольшие технические изменения в этот год на трассе. То есть те участки, которые были не покрыты асфальтом, их покрыли. Так, ушел Джокер, кстати, Кузьмин. Сейчас посмотрим, что будет происходить. Пусть, может, будут не будет перестановок. Они все дружно, вот эта тройка первые, кто ехали, все так Джокер за ним ушли. Так что тут тоже тактических перестановок наверняка не будет. Так вот, тот самый сейчас участок мы видим, по которому поднимаются машины на стол, он покрыт цементом, и то есть прицементирована немножко та часть грунта, которая вот здесь есть. Вот это неправильно. Я, кстати, сейчас вход в поворот немножко забыл тормозиться, но тем не менее все получилось. Кузьмина Сергея по-прежнему на второй позиции, да, в общем, похоже, не пытается он атаковать никого, так уверенно и едет на ней. Заключительный круг уже сейчас мы видели. Флаг у судьи в руках, ну и, соответственно, наверное, так все оно и будет, так все оно и случится. Не приехало довольно много гонщиков, точнее, не много, а те, кто претендует на первое место в общем зачете в чемпионата России 2011 года, но, в общем, по турнирной таблице ничего страшного не происходит из-за того, что их нету. Кузьмин взлетает уже на стол финишного круга и сейчас будет спускаться на язык. Будем надеяться, что никаких ошибок не произойдет, и так все машины и приедут. Кузьмин на первом месте. Повторюсь, опять же, воронежский гонщик. Очень долго он не садился на этот автомобиль. То есть приобрел его, но не садился на него, тренировался, не участвовал в соревнованиях. И сейчас вот он поехал, и мы видим эту победу, это первое место. Мы поздравляем его. Квашнин Сергей номер 12. Третьим завершает эту гонку, четвертым, соответственно, Котелло Борис, потом пересек финишную прямую, и Елисеева Татьяна 100% где-то чуть-чуть сзади едет и тоже финиширует.